глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти не ввязываться в политические авантюры, а набраться мужества и признать российский статус Крыма. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы Киева по крымской платформе. Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Все в мире понимают, что нет такой силы, которая способна заставить Россию отказаться от Крыма, а крымчан – поменять свою позицию. Поэтому Турции не стоит ввязываться в различные политические авантюры. А остается только одно – набраться мужества и признать Крым российским, сказал РИА Новости Умеров. По его словам, создание так называемой крымской платформы напоминает цирк Шапито. Крымчане, наблюдая за всем на этой арене из-за надежно охраняемых границ, лишь умиленно улыбаются, подчеркнул Умеров. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт окончательно. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира.